обзор масляного фильтра Quattro Frenny. Вот его номер, сложно выговариваемый. Применимость Renault, Duster Logan. Резьба вообще без обработки. Тут нависают такие вот грозные заусенцы. Отломаться может в любой момент. Не было вообще никакой мехопроботки. Обратный клапан. Обычная дубеющая на морозе резина. Катушкой закрыт. В поджатом состоянии. Да, даже время не буду тратить. Это вообще не важно здесь даже в этом фильтре. Такая пружина подпорная, мощная. Чем больше пружина, тем хуже фильтр, как уже знаем. Перепускной клапан из пластика. Давление срабатывания 0,58 атмосферы. То есть масло через бумагу вообще не будет идти. Все будет в обход идти. Здесь еще герметиком еще залито более-менее. Вот здесь вообще, с другой стороны, ужас. Как у нее все ламели висят в воздухе. Все вот это вообще не проклеено. С другой стороны так же самое. Ну, по всему периметру. Просто герметик чуть снаружи вот сюда попал, и все, и он остановился. Дальше дело не пошло. Центральная туба. Туба как туба, средняя. Бумага тоже какая-то дешевая, непонятно. Плессировка слабо выраженная. Это уже все остальное уже не имеет значения уже. Ни бумага, ни это. Ни площадь фильтрации, ни толщина, ни весы. Ну, два главных косяки. Давление перепуска абсолютно не настроено вообще. И полный не проклей. Все, фильтру 1 балл. К установке не рекомендуется, естественно. Это даже хуже, чем заглушка. Это просто днище просто пробитое. Все, всем спасибо, до свидания.